Приветствую всех любителей рыбалки! Наконец-то разработчики порадовали нас крупным обновлением. Добавили 12 новых видов рыб, добавили новые палки, новые катушки, и одну из них я уже приобрел. Это Борелика 40DS. Катушка классная, крупную рыбу тянет хорошо, а также радует своей большой шпулей. Следующая цель – это топовая палка Посейдон Ультра 80-100. Это удилище будет уже с бонусами. Ну а теперь давайте ближе к сути этого видео. 133-я яма, Гигаджик М25-600, цвет красный, номер 18. Ловить буду 1,5 часа. На большее времени нету, нужно бежать на работу. Приятного просмотра. Ну что, давайте вызовем подводную лодку и подведем итоги 1,5-часовой рыбалки. Начали ловить с этого мерланга. За 1,5 часа вышла 1051 сера. Зашла недотрофная мольва, по-моему, 30 килограмм это трофей. Очень много мольвы зашло, ребят. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь мольв за 1,5 часа. Это очень много. Те, кто ловил мольв, они это знают. Удивлен я такому количеству мольвы. Вечером обязательно здесь еще половим на стриме. А также не забывайте, что сегодня мы проводим третий большой турнир Кубка Бочка Рыбы. Главный приз прем на 7 дней. Увидимся вечером. Всем удачи! Всем трофеев, всем пока!